На форуме Сосновоборском. О МС-17 теме. Влепил пятерку кто-то. Вот средняя оценка темы стала 3 балла. То есть было единица. Кто-то добавил пятерку. Средняя оценка 5 баллов. Вот. Вот это снимок экрана другого моего клипа, снятого 13 февраля. Вот этот рейтинг был 13 февраля. Это средняя оценка, был 1 голос, 1 единица. Кстати, запоминаем. 13 февраля, значит, было 174 тысячи открытий этой темы. А на сегодняшний день, это 13 февраля, через 2 месяца, стало 184 тысячи открытий этой темы. Никогда такого не бывало за 5 лет со времени ее открытия. Вот она открыта была в 2014 году, то есть пятерка вот впервые появилась совсем недавно. Я пропустил момент, когда она появилась. Даже ожидание во мне. Не было такого дела поворота. И клип со стишком, что любо в общем. Дар прекрасный увидеть. Я снимаю в честь этого события. Кстати, последние новости, какие тут в этой теме. Так, вот тут один товарищ, некий Теодор, пишет о пожаре в салоне МС-17. На его взгляд, этот очаг находился в переднем отсеке. Вот. У меня, потрясённого его осведомленности, остался только один вопрос. Почему командир этого судна не запросил экстренной посадки на ближайшем аэродроме? Вот мой этот самый ответ на мой вопрос. А вот с запросом экстренной посадки на ближайшем аэродроме все не так однозначно. Где, по-вашему, Юрий, находился ближайший аэродром, на который рейс мог бы совершить экстренную посадку? Интересно, а почему этот вопрос дается мне? Почему этот вопрос не решал командир с диспетчерами? Вот такие вот обсуждения у нас идут.